Привет, молодежь, Дури, Грузия. Мы сейчас находимся на старте Кашинская Атлантида. Как тебя зовут? Максим Милошкин. И я, Анатолий Михалюта. Мы готовы к полету на параплане. Максим, ты готов? Да. Погода, конечно, не, скажи так, не для пилотов, а для таксистов. Я так это называю. Пойдем вниз. Скорее всего, каньон. Буду стараться, конечно, приземлиться где-то по пути. И что-нибудь покрутить, да. Если появится у нас такая возможность. Но как она появится, нет, не увидим. Смотрите дальше. Максим, скажи, тебе идти вперед? Вперед. И давай тягу вперед. Просто ты не сможешь держаться. Сильно тягу на тягу. Сам понимаешь. Пойдем вперед. Идем? Вперед такой скажешь? Меня утащит. Удобно стоишь? Ну, достаточно. Я тоже удобно стою. Да. Иди ко мне сюда. Коленочку сделай, пожалуйста, я справа. Молодец. Сейчас сделаешь то же самое с левой коленкой, хорошо? Так, вот так. Удобно сидишь? Да. Полетели, ребят. Получается, это все круглогодично? Да. Можно этим выбором стать. Это делаем, расслабляй колено. Наша задача найти восходящий поток, чуть-чуть поработать. Ага. Чтобы подняться. Солнце помогает найти поток? Помогает генерировать. Ага. А, ну. Если поток не генерируется, то мы летим с маячками. Так это сложно самому все это освоить? Ну, вместо того, будет самому так вот летать. Смысла самому нет осваивать. Есть смысл, разве что, научиться. Ну, вот да. Зачем придумать велосипед, если у вас это же придумано было, да? Ну, вот тут я, да, не так вопрос задал. Сложно получить лицензию, не знаю, права, правила? Насколько сложно ухаживать за парашютом, за крылом? Ну, да.
получается, вот этот парашют можно использовать для кайтинга, кайтсерфинга? Или это другой должен быть парашют? Для кайтсерфинга, да. Получать лицензию. Не думаю, что...
к эпизодам. Пироги. Конечно. Первый раз такое. Да. Тем более человек с равнины такое, где нет гор. Родом Москва? Не, Саратов. Горы считаются уже метров 300, холмы.
зависит, где добраться.